Почему не готова? Ты можешь развернуто ответить. Не готова к этим, к отношениям. Не готова к отношениям? Да, не готова заселяться. Мы так заселились. А так и заселились? Ну, мы в эту... В шале. В шале. Серьезно? Да. Ну, прикольно же. И что, в чем дело? Что она не готова-то? Вы же заселились. Если бы она не готова, бы не заселилась. Ну, это да. Да, Зар, смотри, ты что сиськи мнешь? Заколебал. Девушка говорит, нет, не готова, да, там, то, все, пятое, десятое. Девушка говорит, нет, дело ровным счетом, все наоборот. Удачи, да? Ну, конечно. Я в нем не вижу вот этого лидерских этих качеств, ну, что присуще, да, наверное, мужчине в семье. А, как я уже говорила, что мужчина – это глава семьи, у меня должно быть. Так. Ну, то есть ты сегодня хочешь съехать от меня? Я поговорю. С ним я расскажу смысл нашего дальнейшего нахождения. Смотри, как бы я тебе задаю вопрос. Смысл от тебя должен я не вижу смысла. Ты не видишь его своим молодым человеком, правильно? Ну, поэтому смысл нам как бы жить в домке. Но он тебя никаким образом не заводит никак. То есть вот, когда мы были в бане, у тебя вообще ничего не проснулось? Нет. Не проснулось. Ну, ты же проснул бы, я бы поцеловала. Мы все почувствуем. Чувствую, делаем. Тут этого нет. Ну все, значит, ты съезжаешь сегодня. Шира. Да, ну сейчас вот сядем.